Вперед в безопасное лето. В Иванове полицейские провели мастер-класс по приемам самообороны для участников игры «Зорница 2.0». Мероприятие прошло на территории аэродрома Ясюниха. Здесь оборудовали несколько тематических зон. Организаторы проекта «Безопасная среда детям» провели мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи и прочитали лекцию по правилам поведения в быту и на улице. Сотрудники спецназа «ГРОМ» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области показали мастер-класс по приемам самообороны. Возможность получить урок от бойцов не упустили ребята из военно-патриотического клуба «Патриот». Курсанты задавали немало вопросов и на практике отрабатывали некоторые приемы самообороны. Также спецназовцы порадовали гостей возможностью побывать на выставке боевого оружия. Участники «Зорницы 2.0» смогли не только посмотреть, но и подержать в руках пистолеты и автоматы, а также примерить на себя экипировку бойца полицейского спецподразделения.